Всем привет, я Евгений Загороднюк. Передаю вам всем огромный привет и желаю хорошего настроения. Сегодня был первый день ралли Казахстан. Все началось с быстрых, красивых пейзажных дорожек, на которых мы получили определенный кайф. После зоны дозаправки, зоны нейтрализации, мы через какое-то количество километров попали в первую песочницу. И честно, после большого опыта езды в классе Т1, я понимаю, что жизнь в конце канала, она есть. Потому что ты едешь и наблюдаешь вот эти вот разные интересные моменты. Много автомобилей команды South Racing лежащие. Один на крыше, второй на боку. Машинка команды Gas Raid Sport Алексей немножечко кувырнулся с дюны. Движуха на трассе сумасшедшая. В целом прикольно и интересно. Наш экипаж только тренируется ездить в песках, много застревали, копали, но самое главное, получили интересный опыт. Будем продолжать стремиться показывать дальше неплохие результаты на спецучастках, где нет песчаных дюн, скажем так. Завтра будет марафонский этап? Да, завтра начинается самое интересное. Надо завтра начинать беречь автомобиль, чтобы он смог проехать до Киндерли и следующий, тоже длинный, довольно-таки 330, по-моему, километровый спецучасток обратно сюда без сервиса. Сейчас пойдем с командой решать, обдумывать стратегию, планы на завтра. Будем учиться обслуживать автомобиль своими силами.